Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу о пяти важных классических книгах в жанре фэнтези. Сегодня мы поговорим об эльфийских мифах, магии, драконах, интерпретации христианства и масштабных фэнтезийных вселенных. Даже если вы никогда не слышали о «Властелине колец» оксфордского профессора лингвистики Джона Рональда Руэла Толкина, то наверняка сталкивались с его последствиями. Эта грандиозная, без шуток, книга оказала влияние на фэнтези, кино, настольные и компьютерные игры, а также на целые поколения читателей. Благодаря Толкину с 1960-х годов и по наши дни молодые и не очень люди надевают плащи и доспехи, меняют свои имена на несуществующие и разыгрывают историю Средиземья в лицах. Однако началось все не с писательства, а с конструирования языков, которым Толкин увлекался еще со школы. Собственные языки он придумывал, опираясь на действующие и устаревшие. Одно время он даже писал поэмы на эльфийском. Но в какой-то момент, уже будучи профессором, специализировавшимся на древнеисландском и древнеанглийском, он задумался о том, как может выглядеть мир, где говорят на этих наречиях. Так появился «Сильмариллион» — сборник сказаний, повествующих о сотворении целой вселенной. А еще Толкин считал, что английская мифология очень бедна, поэтому, сочиняя историю Средиземья, он старался восполнить этот пробел. Своего «Хоббита» классик придумал случайно, просто написав на странице «В норе под горой жил-добыл хоббит». Именно интерес к неизвестному слову «хоббит» и подвиг профессора на создание ключевого эпизода, от которого впоследствии отталкивается его «Властелин колец» — эпос о борьбе добра и зла. Терри Пратчетт, как и Толкин, создал свою вселенную. Ироническая фэнтези «Плоский мир». Однако внимание хочется обратить только на один подцикл – «Смерть», в котором Пратчетт повествует о буднях и переживаниях, сами понимаете кого. В представлении писателя смерть – это мужчина, если так можно выразиться по отношению к скелету в балахоне. Персонаж справедливый, величественный, склонный к депрессиям и философствованию. Работу свою он приравнивает к долгу, мольбам умирающих не внемлет, но жизнью людей интересуется очень живо. Любит вкусно поесть, котят и приемную дочь Изабель. В какой-то момент, и с этого и начинается цикл, смерть берет в подмастерье Мора, странного хилого мальчика, а сам углубляется в поиски себя. Нужно отдать Пратчетту должное, его вариант смерти – один из самых ярких в литературе. Романы приправлены едкими шуточками о мире и странных привычках людей. Впрочем, и про смерть мы узнаем немало интересного. Например, пленительно выглядит его любовь к ручному труду – орудовать косой направо и налево, в то время как его коллеги в других мирах расправляются со смертными с помощью технологий. Если в случае профессора Толкина язык и мифология становятся движущей силой всей истории, то для Урсулы Ле Гуин, создательницы другого не менее удивительного края, архипелага сотни островов Земноморья, важнее всего магия. В этой вселенной она равноценна науке. Впрочем, о несуществующем языке речь тоже идет, правда, не так основательно, как у Толкина. У многих жителей Земноморья магические способности врожденные. Усиливает их владение истинной речью, драконьим языком созидания, в котором отражается суть каждой вещи. Любое заклинание должно содержать хотя бы одно слово этого языка. Ведьмы и знахарки знают всего лишь несколько понятий, а вот настоящие волшебники способны даже на нем говорить. Есть в этом мире и драконы, когда-то они были единым народом с людьми, но теперь удалились в западный предел. Эти магические существа фактически всесильны, так как могут лгать на истинной речи. Цикл «Земноморье» состоит из нескольких романов, однако по смыслу распадается на две части. В первых трех книгах рассказывается о самом могущественном волшебнике Земноморья Геде, его становлении и подвигах. В остальных романах речь идет об истории Земноморья, где Гед либо отходит на второй план, либо вовсе исчезает. Друга и апологета Толкина, писателя Клайва Стейплза Льюиса, даже называли Фомой Аквинским 20 века. Однако до сих пор его самые знаменитые книги «Хроники Нарнии», цикл из семи романов, многие читают просто как очень хорошее фэнтези и удивляются, когда узнают о серьезном христианском подтексте.
Однако Льюис, проживший тяжелую жизнь, он рано потерял мать и утратил веру, а потом от рака умерла его жена. Долгое время шел к сознательному христианству. Он изучил мифологию, литературу, философию и, кстати, сделался профессором. К своим писаниям он относился несерьезно до тех пор, пока не почувствовал, что по-настоящему уверовал. Тогда он использовал свои литературные труды для проповеди. В Нарнию Льюис вложил почти все, что любил, о чем размышлял и чем увлекался. Даже детскую травму проработал в хрониках. Это история Дигори, который отправляется по поручению льва за яблоком жизни и по наущению ведьмы хочет отдать плод умирающей матери. Но в какой-то момент мальчик, а заодно и Льюис, осознает, что использовать яблоко в личных целях невозможно. От Бога нельзя требовать конкретного результата. «Хроники Амбара» — цикл из 10 романов американского фантаста Роджера Желязны — сегодня выглядит отчасти наивным, отчасти устаревшим, в основном из-за провисающих описаний и несколько шаблонных героев. Но до сих пор находит поклонников, потому что Желязны удалось создать целую философию. Амбар или Янтарь – истинный мир красоты и порядка, где технологии соседствуют с возрожденческой этикой. Амбар противопоставляется дворам хаоса или теням, второстепенным множественным мирам-отражениям вроде нашего. Магия в Амбере ненавязчивая, даже бытовая. Так члены королевского рода могут жить очень долго, исцеляясь от чумы или управляя регенерацией органов. С помощью особых зеркал Амбера можно видеть друзей и врагов, путешествовать, раскинув колоду карт, войдя в лабиринт. Своеобразное сердце всего мира. Обрести невероятную силу. Стоит ли говорить о том, что престол Амбера нужен не только принцам и принцессам, но и внешним врагам? На этом все. Читайте хорошие книги. Книги – это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз.